приехал на озеро. Вот оттуда. Снимал я видеообзор с Манджурука. Вот такое озеро здесь интересное. Люди загорают. Что-то не замечаю, чтобы кто-то купался. Давайте посмотрим. Здесь стоянка катамаранов. Здесь идут качели. Можно отдыхать, как обычно. Кукуруза, попкорны, соки. Кто-то загорает здесь. Вода. Сейчас попробуем воду. Ух, такая вообще теплая. Теплая вода. Что я вам скажу по поводу курортного отдыха? Нормальный поселок этот. Небольшой, так сказать, бюджетный отдых. Веревина – страна, место семейного отдыха. Веревнина, блин. Вот придумывают же люди, блин. Хоть стой, хоть падай. Купаться не буду я. Да тут и времени нет купаться, сейчас исследую, скупаюсь тут. Сохнуть, а там в автобусе не очень-то и хочется. Ладно. Я здесь думал что-то интересное, здесь просто озеро такое, даже, по-моему, рыбы не ловится. Люди, когда смотрят на камеру, у них реакция такая, снимает. Потом будет показывать меня по всему этому интернету. Глубина, не знаю, какая глубина, но вроде бы до 30 метров доходит. Можно на катамаранах покататься. Но что-то нет желания мне на этих катамаранах кататься. Мне хочется просто позасозерцать, постоять, посмотреть опять. Ну вот эти горы величественные. Хоть они и небольшие, да? Но чтобы до больших гор ехать, это 400 километров. Где снег на вершинах. Не этот раз, в следующий раз. По времени, по-моему, минут 10-15, по-моему, здесь находиться будем. А, вот, смотрите, купание запрещено. Видимо, здесь глубина сразу же моментально. Поэтому люди не купаются. А, ясно. Нет, скажу вам честно, вот все-таки на Телецкое озеро хочется съездить. Это тоже в Алтае находится. В Алтайском крае, так сказать. Далековато туда ехать. Но обязательно я туда съездю. Завпечатлю, и вы это будете смотреть. В этом ли году будет, или в другом году. Может, вообще через неделю, две или месяц. Посмотрим. Загорают, может, и купаются.
кто жив, знает. Съел шаурму там в поселке. Так сказать, перекусил. Обычная шаурма, как и везде. Экскурсоводы стоят. Ну, там можно отдыхать, шашлыки жарить, кушать в теньке. Можно даже сейчас, давайте туда сходим. Рыбачат люди. Вон ведро, вижу, удочка. Местные здесь приезжают рядом, которые живут, купаться, загорать. Палаточки стоят. О, здесь тенё хорошо. Беседка 500 рублей. Везде бабло рубят. Угу. А мы здесь сегодня бесплатно. Батарейка у меня садится 9%. Еще раз сделаю обзор этого озера. И двинем уже на нашу турбазу. Поселок Катунь. Пообедать надо будет, поваляться. Может, сегодня слетаю, сбегаю до озера. Айя называется. Там вроде купаться можно. А вон, видите, женщина с ребенком пошла купаться. Написано же, нельзя, а ей все равно. И ребенка потащила с собой. Сейчас назад вернется. Да там глубина просто резко идет, мне кажется. Моментально. Еще и ямы, скорее всего. Поэтому, мне кажется, не стоит. Сейчас сделаю пару фоточек и все. Ара, подписывайтесь. Вот это, ставьте лайки обязательно. Делитесь с этим видео своими друзьями. До скорых встреч.